На Тайване подсчитывают жертвы после удара мощнейшего урагана Мэгги. На северо-востоке острова гигантские грязевые потоки буквально смыли один из буддийских храмов. В данный момент по распоряжению властей закрыты все морские порты и временно прекращены авиаперелеты. Тайфун пришел с Филиппин 2 дня назад. В результате проливных дождей и шквального ветра погибли по меньшей мере 9 человек. По разным данным, от 20 до 26 человек считаются пропавшими без вести. Мою дочь воспитывали родители жены с самого ее рождения. Они были очень близки и любили друг друга. И еще вчера теща обнимала мою дочь, а теперь она похоронена под оползнем. Я действительно благодарен ей за заботу о моей дочери. В числе пострадавших от разбушевавшейся стихии оказалась и группа китайских туристов. Под оползень попали несколько автобусов. Спасатели делают все возможное, чтобы освободить людей из грязевого плена.